Очень легко можно сделать такие патчи своими руками. Мы процарапываем и вырезаем достаточно легко вот такой вот жестяной шаблончик. А вот у меня здесь 8 слоев фатина. Кладем нашего мишку, вырезаем по контуру нашего мишку. Убираем шаблончик. Наш патч готов. Вот такая вот заготовка для мишки у нас получилась. Немножко будем декорировать нашего мишку, делая его более живым. Сам помпончик можно подклеить на простой термоклей. Аккуратно приклеиваем носик нашего мишки. И приклеиваем бантик. Такие вот миленькие заколочки у нас получились сегодня. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки.